Диджеи, роллеры, велосипедисты, скейтбордисты и танцоры. Уже в это воскресенье на столичном роллердроме пройдет фестиваль уличных культур Urban Generation 2018. Организаторы обещают, будет жарко. А вот как готовиться к соревнованиям сами участники, знает Ольга Гаврилова. Она побывала на одной из тренировок. Urban Generation 2018 – это такая большая творческая мастерская под открытым небом. Здесь скейтеры, роллеры, представители стрит-воркаута, хип-хопа, брейкинга и не только. У нас будет впервые представлен нас в качестве соревнований паркур. Это тоже очень зрелищная такая бег с препятствиями, с элементами акробатики. Площадкой для масштабного фестиваля станет столичный роллердром. Организаторов поддержали городские власти. Современная молодежь стремится проявлять себя в различных направлениях. Поэтому мы хотим впервые в городе устроить и провести первый открытый фестиваль молодежных субкультур. Фестиваль не показательный, а соревновательный. Ожидают около 200 участников, в том числе из стран ближнего зарубежья. Приднестровские роллеры к фестивалю подходят серьезно. Катают каждое утро по 3 часа, тренируются. Прежде чем освоить ролики, Александр пробовал себя и в борьбе, и в плавании, и даже с парашютом прыгал. Но говорит, все не то. Это, я думаю, что самое удобное. Здесь как бы не просто бег, здесь меняешь постоянно движение, прыжки, и работает все. Все мышцы работают, голова работает, и баланс, и поэтому круче роликов нет ничего. К тому же роликам, как оказалось, все возрасты покорны. Неважно, тебе 7 лет или 60. Что учитель английского делает здесь на роллердроме? Учитель, катаюсь на роликах, пытаюсь поддержать себя. Получилось так, что мне пришлось стать примером для собственного внука. Его из-под палки приходилось сюда загонять. Я посмотрел. Сам стал на ролики. Я уже понял, что одно дело говорить, как кататься, а другое дело самому кататься. Это совсем разные вещи. Любители и профессионалы совсем скоро встретятся, чтобы узнать, кто из них лучший. Итак, фестиваль уличных культур Urban Generation 2018 уже в это воскресенье, 5 августа. Начало в 2 часа дня на городском роллердроме. Не пропустите. Приглашаются все желающие. Ольга Гаврилова и Роман Лицуков. Первый Приднестровский телеканал.